начинается утро участников профильной смены «Омские орлята». Одноименный турнир по хоккею среди дворовых команд за 3 года своего существования сумел снискать огромную популярность и любовь мальчишек со всего региона. В этом же году организаторы «Омских орлят» решили не просто проводить для ребят массовые соревнования, но и дать почувствовать себя настоящими спортсменами. В рамках профильной смены для тех, кто уже выходил на лед, и для тех, кто только планирует начать свой путь в хоккее, организована интенсивная подготовительная программа, которая позволит им подойти к предстоящему сезону в хорошей спортивной форме. Хотелось бы, чтобы наш дворовый хоккей тоже почувствовал себя профессионалом, и летом они не просто отдыхали, да, а готовились к хоккейному сезону, к «Омским орлятам», как настоящие профессионалы. Самое главное в этом сборе было комплекс развивающихся упражнений, та зарядка, которую ребятишки делают в 8 часов утра. Там есть пробежка и 4 комплекса упражнений развивающих, которые помогли мне в бытность хоккеистом готовиться в межсезонье. И этот опыт я постарался передать ребятам. Первые сборы, которые состоялись с 15 по 24 июля, объединили 140 ребят из 12 районов. Вторая профильная смена собрала в оздоровительном лагере имени Петра Ильичева 160 юных хоккеистов из 15 районов Омской области. На протяжении 9 дней участников смены ждали не только интенсивные хоккейные тренировки, но и соревнования по мини-футболу, обучение регби и скиппингу, которые помогли многим проявить себя в разных видах спорта. Все очень хорошо запомнилось, хорошие условия. Самое хорошо мне запомнился футбол, когда я забил 12 голов. Нам тренировки дают это силу, то, что подготавливают нас к хоккейному сезону. И мы уже будем играть лучше, чем в прошлом году. Конечно, непривычные, но стараемся все правильно делать и выполнять все упражнения. Мы здесь благодаря команде. Вот я их так настрою, что они просто бьются, как говорится, не на жизнь, а на смерть. Мы победили Исилькуль, мы победили Омский район, мы победили Черлак, мы победили Новоршавку, мы победили Калачинск. Вот, и заняли первое место. Я рад, что именно таким соревнованием у них закаляется характер, закаляется спортивный дух. Я им сказал, что вы сделали уже шаг. После этого лагеря вы сделали шаг еще к успеху. И, разумеется, неотъемлемой частью сборов стал интересный досуг, который дал ребятам возможность найти новых друзей и получить незабываемые впечатления. Научилась быть выносливой, выполнять полностью всю зарядку. И вчера получила грамоту за самого смелого игрока турнира. И Шасин Евгений Евгеньевич подарил мне значок «Авангарда». Узнала новых друзей, здесь интересно, здесь все играли в футбол там. Я думаю, просто приедем, как в обычный лагерь, а тут нагрузки даже. Не такие, как в обычных лагерях, зарядка там. Что такое первенство «Омские орлята» вот для парней из села вообще? Великий шанс стать хорошим хоккеистом, пробиться в команду мастеров. Другого шанса просто нет. Никто тебя не увидит в деревне. Будешь играть, даже, может, хорошо будешь играть, но тебя там никто не заметит. А здесь приезжают такие люди великие и смотрят на тебя, и могут тебе разглядеть звезду, и можно пойти дальше. 2 августа посмотреть, как организованы тренировки, досуг и питание юных спортсменов, прибыли губернатор Омской области Виктор Назаров, который является одним из инициаторов проекта «Омские орлята», министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорианц и директор Омского музыкально-педагогического колледжа Светлана Студеникина. Тюкалинские лисы всех обветрят, победа порадует тюкалинских ребят! Ну что, нравится вам здесь? Да. Наша команда. Медведи. Наш девиз. Напролом, словно медведи, смело движемся к победе. Молодцы. Молодцы, ребята. Глава региона отметил, что правительство будет продолжать делать все, чтобы привлекать к спорту больше ребят. Для этого в текущем году запускается программа строительства крытых хоккейных кортов во всех муниципальных районах, которые станут отличным подспорьем в тренировках дворовых команд. Первый такой каток будет построен в Сидельниково, где пройдет ближайший праздник Севера.
цель одна – это сделать наших ребятишек здоровыми, чтобы развивался спорт и в том числе, конечно же, хоккей. Задача правительства – это строительство новых хоккейных коробок. В зависимости от финансирования постараемся, чтобы в каждом районном центре стояла крытая хоккейная коробка. Это и продление потенциала, это на месяц мы продляем лед, это создаем условия для тренировок. Конечно же, мы тоже будем выполнять задачу, чтобы тот проект, который мы создали, жил и развивался. Ну а пока участники спортивной профильной смены будут активно готовиться к новому сезону, используя полученные здесь знания.